Всем привет, дорогие друзья, уважаемые зрители, я рад вас приветствовать, с вами Родригес, и мы сегодня будем играть Paint the Town Red, у нас новые прикольные, сегодня будет два уровня, просто невероятно, ребят, мы сегодня будем путешествовать по разным космическим мирам, собственно, наверное, у нас будет сегодня первое путешествие, начнется с XM8I, называется так планета, у меня здесь одна луна есть, и также одно солнце, судя по тому, что написал у нас здесь автор, и мы приземлились на ракете, ребят, огромный, а второй у нас уровень тоже будет не менее интересный, ребят, обязательно прямо сейчас поставьте лайкосик, если любите Paint the Town Red, если ждете новые серии, чтобы они почаще выходили. И, соответственно, в правом верхнем углу проголосуйте, выберите уровень, который вам сегодня больше всего понравится. Ну что ж, ребят, поехали. Так, ну что, мы приземлились на эту планету, вот наша огромная ракета, просто невероятно большая. Карта немножко темная, потому что мы прилетели ночью, и, видимо, на планете может быть такое освещение, не знаю. Давайте пойдем исследовать и посмотрим, что у нас здесь есть. Это у нас огромная космическая станция, насколько я понял, да? Прекрасное освещение, посмотрите, какое интересное, да? И наша задача, как пишет автор, я тут вижу, что-то на крови сидит, просто романтично покуривает, да? Прикольно, там внизу звезды, вообще, ребята, галактика, кругом очень круто. Наша задача попробовать наладить отношения с инопланетянами, ну, я думаю, что навряд ли у нас это получится, конечно же. Это же Paint the Town Red все-таки, ребят. Так что попробуем хотя бы исследовать, что здесь у нас есть. Вот наши космонавты высадились, нас здесь, походу, трое, я четвертый, насколько я понял, да, остальные, это, видимо, система охраны, почему-то они голые, с прозрачными щитами, довольно странно. Ну ладно, вроде бы на нас не агрятся, они пока, наш космонавт разговаривает с ними, обсуждает, что это за планета, что здесь происходит, можно ли нам здесь выселиться там, посмотреть, походить и, может быть, даже прикупить что-нибудь. О, у нас здесь есть магазинчик, ребят, у нас здесь есть магазин. Инопланетный магазин, что вы здесь продаете? Какие-то кубики, что-то там у вас сзади, какой-то вентилятор, что ли? У вас здесь довольно душно, что ли? Нифига себе, вам вентилятор какой здоровенный-то вы поставили себе. Ого-го! Вот это да! Вот это кондёр они прикрутили себе. Я не знаю. Магазин очень-очень интересный. Очень интересный. Я думаю, что если будет здесь заварушка, нужно будет всех толкать в этот вентилятор. И посмотрим, что будет. Я попробую, ребят, попробуем. Здесь невероятное, посмотрите, какое-то поле. Я не знаю, что здесь они делают. Это тоже что-то... видимо, это грядка. Возможно, это ферма. Возможно, это какая-то игра. Я не знаю, что... Ребят, напишите в комментариях, как вы думаете, что это такое. Это инопланетная игра или инопланетный огород? Пока я не знаю. Мы же все-таки на другой планете. Так, пойдемте вот сюда. Заберемся, кстати, наверх. Тут у нас есть вышка. Видите, система охраны у города есть. Вот эти вот ребятки стоят с электрошокерами. Правда, не знаю, что они будут делать. Это второй просто сидит, курит. Конечно, безалаберная система охраны. И я вижу вон там вдалеке. Ух ты! И тут у нас кто-то есть, ребята. Тут у нас и музыкант. Тут у нас инопланетный рок-концерт. Вот так вот, ребят. Смотрите, у них даже огорожено. То есть специальное место для аудитории. Чтобы не стояли... Ой. Один, кажется, не успел добежать до туалета. Ну, ладно. Бывает, ребят. Так, пойдемте дальше. Посмотрим, что у нас здесь есть. Здесь у нас дуэль, что ли? Или что происходит такое? Один чувак пытается застрелить другого. Почему-то инопланетная раса у нас... голая вся, у них одежды вообще нет, может быть, они пока еще не изобрели одежду. О, кто-то здесь спит, так, ладно. А здесь что творится? А здесь у нас тот кого-то пытается разделать, нифига себе, здесь сколько тесаков. Может быть, это больница, не знаю, может, это хирург, в конце концов. Возможно, ребят. А тут у нас еще есть какие-то магазинчики или что это такое? О, вот какой-то, да, это какое-то офисное помещение. Видимо, здесь, посмотрите, какие крутые мониторы. Мне кажется, яркость у них очень завышенная. Нужно яркость чуть-чуть убавить. А тут у нас что такое? О, опа. Опа, дробашек. Ух ты, елки-палки. Так, берем пистолет и дробашек. Дробаши, правда, два патрона. Ребят, два патрончика я взял, дробашек. Это отличная находка. Я предлагаю сейчас начать уже им пользоваться. Но если все пойдет... Мы же хотим наладить отношения. Так что попробуем, ребят. Попробуем наладить. А там у нас что такое? Ух ты. Смотрите, здесь, видимо... А, это вода. Люди здесь купаются. Как-то интересно. Вон там, вот, мне кажется, звезды. А может быть, это огромная станция с силовым полем. А, кстати, ребята, видите, вон там наверху это метеориты. Это метеориты, которые у нас
как раз, ну, как бы, мне кажется, это станция, силовое поле, и внутри находится вода, где люди могут купаться. Вот так вот это все происходит в космосе. Ну, возможно, как-то так, ребят, невероятные, невероятные вещи. Тут у нас еще вечериночка просто крутяцкая, ребят, просто крутяцкая вечеринка. Ну что ж, давайте, наверное, ребята, будем начинать, и начнем, наверное, даже не знаю с кого, может быть, с чувака, который у нас, может быть, с концерта начнем. Посмотрите, здесь как будет прикольно и круто. Бам! Вот это пошло. Пошло вот так вот, да, все. Пошло, пошло мясо. Интересно, что у нас будет, если мы народ скинем туда воду. Они там умирают, нет? Ну, я не знаю, умирают, наверное. Смотри, два чувака падают. Оу, за мной уже целая братва полетела. Понеслось, ребят, понеслось, конечно. Жестко. Так, я думаю, что они туда падают и все. Да? Гибнут, да? Скорее всего, скорее всего. Так, артиста главного тоже скидываем на бездну. Тихо, 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 тихо. Отходим от... Дайте мне пробить вот так вот. Да, двоих скинули. Я, в принципе, люблю уровни, где... Помните, у нас были уровни, где мы еще маслались на каком-то огромном мосту и скидывали оттуда народ. Вот это что-то подобное, ребят, здесь есть. В принципе, это вообще тема классная. Потому что можно очень круто порезвиться и устроить дикий трэш, ребята. Paint the Town Red именно как раз игрушка именно для этого. Так, мы идем дальше. Давайте, здесь замес у нас был неплохой. Можно чувакам забраться на крепость и попробовать их там замочить. Ребят, переговоры прошли не совсем удачно, потому что я не нашел, с кем переговариваться, с кем наладить контакт. Контакт с инопланетной расой. Оба, это что у нас, музыкант? Со сцены выбили просто. Да. Я думаю, нас на переговоры не нужно было пускать. Мне кажется, это, в принципе, не очень хороший способ пускать, если мы прилетаем на какую-нибудь планету, сразу нам выходить и устраивать переговоры. Это не наше. Это не наше. Наше устраивать трэш. Но, видимо, переговоры все равно... Смотрите, а что с нашими космонавтами-то, кстати? Вот это вот... Это же охранники, да? Которые прибежали. Слушайте, вот это да. Они, наверное, наши космонавты-то наверняка и грохнули, я так предполагаю, ребят. Вот оно что. О, кстати, вентилятор, я чуть про него не забыл. О, магазинчик, дайте что-нибудь, ребятки. Так, давайте мы попробуем вот сюда сейчас как-то подогнать людишек вот сюда. И пробить по вентилятору. Вау, вообще мясо, ребят, вот это да, вот это битва. Офигеть, офигеть. Воу, просто сметает. Посмотрите, вентилятор толкаем. Капец. Ребят, такого я что-то не помню. Жести, а. Вот это мясо, слушайте, ну, серьезно. Это прям это наш способ победить, ребят. Наш способ победить. Это нужно вот как раз. Воу, вот так вот, да, ребят, вот так вот. Есть, кстати, берсерк, давайте возьмем его. С берсерком пойдет все, конечно же, еще круче. Так. Так, и последний. Вам нужно щитом пробить. Вот со щитами, видите, самое сложное. Буцк! Отлично! Воу! Кроссовейчик! Так. Давай сюда подходим, 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 подходим. Ближе, ближе, ближе. Тут у нас садовники, я не знаю, кто это такие. Мы еще не решили, ребят, напишите в комментариях, это были грядки или это... Я даже сам немножко задел вентилятор, ребят. О, ну если под вентилятор попадаешь, то это все капец. Это просто мяско. Тут какие-то желтые кубики. Я не знаю, что это такое. Ну, возможно, это... А если мы чувака вон туда в бизнес кинем, а? В принципе, вариант отличный с вентилятором, просто офигенный. Тут у нас еще кого-то, кстати, держит. Посмотрите, ребят. Это кто у нас такой? У нас, видимо, подопытный был в крио какой-то камере. Готово. Крутяк. Еще у нас есть электрошокер. И это последнему, да? Так, вроде бы да. Кто у нас еще остался? Ну-ка, признавайтесь-ка, признавайтесь. Можно выкрутить вот так вот, взять вот эту вот штукенцию и... Электрошокеров что-то у вас прям много здесь, а? Прям очень много.
электрошокеров. Ну, в принципе, с одной стороны... А, офис еще, я забыл. Тут в офисе еще вообще-то. 9 человек у нас осталось, даже 8 уже. Даже уже меньше. Нунчаки там. О, ребята, это круто, ребята. Нунчаки-то вообще тема классная. Дайте я возьму нунчаки. Я думаю, что 5 человек у нас осталось где-то там. На танцполе, да? Или нет? Или нет? Погоди, а где остальные-то, а? Что-то не знаю, я где еще? Тут у нас в темноте, может быть, в темных помещениях кто-то у нас еще спрятался. Но в темных помещениях нужно будет их сейчас найти. Какие-то у нас... О, есть еще пистолет, у нас один патрон всего. Ну ладно, давайте возьмем. Я слышу какие-то... Какой-то шум. Где-то идет битва. Но где? Не понимаю я. Может быть, в магазине, нет? Наверху. А, вон наверху, смотрите. О, там наверху какой-то чувак, мне так кажется, ребят, он там наверху кто-то есть. Мы, наверное, до него не добьем. Так, это 4. Смотрите, там наверху кто-то есть или нет? Может, до него нужно как-то допрыгнуть? Я сомневаюсь, что это вообще возможно. Ребят, там кто-то есть. Ну-ка, пистолет кинул, но навряд ли он долетит до него. Может быть, его нужно чем-то сбить? Ребята, это вообще какое-то... что-то невероятное. А чем его сбить-то, а? Чем его сбить? Может быть, кубиком? Ну, давайте возьмем, может, кубик. Там наверху, возможно, кто-то есть, но почему они сюда не спускаются? Я думаю, если он... Так, у нас здесь еще один чувак. Спит. О, третий. Подожди, кто? Кто умер где? Чё? Чё случилось? А, возможно... О! Кстати, я нашел еще один пистолетище. Пистолетище нашел. Так, он что, все? 3 человека, ребята, осталось. Возможно, это наши космонавты. Возможно, больше никого не нужно будет мочить. Наша станция полностью мы захватили. Получается, мы здесь в роли пиратов, дорогие друзья. А мы сегодня захватили новую космическую... невероятную станцию, будем здесь жить, возможно, может быть, в следующий раз мы полетим на ней. Ну, а в принципе, я предлагаю идти дальше, потому что, ну, я особо не понимаю, как нам... Опа, убил, прикиньте, с такого расстояния, обалдеть, ребят, где-то еще 2 чувака, но я не знаю, где еще остальные, куда-то они спрятались. Куда они спрятались, тоже ничего не понятно. Ребят, если вы знаете, то напишите обязательно в комментариях. Но с такого расстояния еще никого не убивал, потому что это было какой-то снайперский выстрел. Ребята, мы идем дальше, к следующему уровню. 6M8I называется предыдущий уровень, самый наш первый. Это вот такая планета, я так понял название. Alien Lab называется. У нас следующий уровень, и... здесь происходит что-то, ребята, невероятное в этом уровне, потому что, во-первых, здесь музончик такой какой-то, да? Тихо, что произошло? Блин, циклопы, здесь есть циклопы, здесь какой-то, кто это вообще такие? Короче, лаборатория чужих, лаборатория, которая производит разных ужасных монстров, существ. Мы сегодня с ними познакомимся и попробуем сегодня выжить. Если у нас, конечно же, получится это дело. Так, подожди, по-моему, какого-то астронавта грохнули. Это, видимо, мой был напарник. Циклопы, проклятые циклопы. Смотрите, что они творят. Так, музон, ребят, попер. Пошла, ребят, жара. Так, дайте нам что-нибудь, какое-нибудь оружие. Что у нашего астронавта? У него даже какая-то была маска, что ли, на лице. Пойдемте в другие двери. Что у нас здесь? Ого-го! Здесь что творится? Тут у нас как кто это стоит у нас? Это, получается, пираты. Человек-паук у нас там, да? Видите, с какими-то глазами паучьими. У него там много глаз. Так, одного слили. Может быть, сейчас еще одного попробуем снять. Серьезные ребятки. Почему-то наш... Терминатор! Это, ребят, терминатор! Я только сейчас-то понял, это терминатор самый настоящий, посмотрите. Опа, нифига себе, нам нужно будет против с ним. Я думал, он за нас будет, а он, оказывается, против теперь нас будет, да? Окей, оружие, к сожалению... А, щит есть, но щитом я никогда не пользуюсь, я не люблю щит. Щит вообще лучше куда-нибудь выбросить. Возьмем бутылку, у нас есть бутылка. Так, бутылка быстро разбивается, это печалька. Это, вот этот газ взял щит, да?
А, я говорю, если ты не пользуешься чем-то, то кто-нибудь это другое возьмет, ребят. Ну сейчас попробуем затащить их тогда. Ребят, вообще суровая заруба, просто невероятно. Тут еще следующая комната, посмотрите, тут какие ребятки серьезные, вы видите, да? Тут вообще какое-то просто мясо, ребята. Просто будет сейчас мясо, биться нечем, у меня нет оружия никакого. Это самый большой, ребят, минус. Это самый большой минус этого уровня, потому что здесь не выдают оружие. Прям вот минус, но попробуем, ребят, за кадром затащить. Поглядим, посмотрим. Готово, одного слили. Я взял дубинку хотя бы, хоть как-то. О, еще хорошо пошло. Главное сейчас вот этих вот здоровяков вырубить. Ну, может быть, терминатора хотя бы. Или чувака. О, нормально, руку кому-то отбили. Руку отбили. Так, что-то тут еще упало. Монтировка, по-моему, да? Монтировочка. Ребят, бьем по ногам. Терминатора сливаем. Прекрасно. Есть еще. Хорошо, пошло. Это оружие. Yes! 9 человек осталось. Хоть оружие нападало. Во, нормально. 2 бейсбольные биты. Что-то там, по-моему, еще где-то. Нож есть. Тут у нас, посмотрите, какие герои. Терминатор. Все 3 терминатора. 2 терминатора, ну... Такие, как бы, полулюди. О, нормально, перекиньте, вот это был ударище, вот это было хорошо, прям по ноге. Так, надеюсь, этого будет достаточно. Сейчас мы если еще одного терминатора по ногам бы ему надо бы. О, нормально. Ну, блин, тут, видите, они не все такие хлюпкие, они просто жесть какие сложные это все, а. Готово. Так, хорошо, давайте сейчас пойдем в следующую комнатку. О, тут у нас пираты-терминаторы. Пираты-терминаторы, ребят, посмотрите на это, вообще капец. Пираты-терминаторы. В середине какой злющий-то терминатор. Ох, ты какая у него улыбка-то не очень приятная, да? Нам бы нужен крутой, ребят, меч. Нам нужен крутой меч, серьезно. Нунчаки сломались, ну что ж так быстро все ломается-то, а? Дать нам хоть нам биту тогда, не знаю. Может быть, биты получится. У нас жизни-то очень мало. Да, одного слили, маленького, блин, терминатора. Ох, сколько времени-то у меня ушло, посмотрите на него. На оставшегося терминатора, я даже не знаю, на кого он похож. Короче, одни кости остались, все. Ну, сейчас немножко мы его, конечно, задамажим. Не знаю, хватит ли мне меча его убить или придется потом рукопашно добивать. Да, yes! Я завалил, ребята, это было очень долго. Минут 10 я их, наверное, бил, упашил ручками. Это было капец сложно, дорогие друзья. Ну, в общем, если вам понравилось, обязательно ставьте лайк. Если любите Paint the Town Red, голосуйте в правом верхнем углу, выбирайте уровень, который вам больше всего понравился. Участвуйте активненько в комментариях обязательно и подписывайтесь на канал. С вами был Родригес, я вам желаю успеха, удачи и хорошего настроения. Всем счастливо и пока-пока!